Дата выхода Toilet Laboratory, какой там будет геймплей и вернется ли Toilet Fight. И многое другое ты узнаешь в этом видео. Обязательно ставь лайк, подписывайся с колокольчиком, чтобы не пропускать такие видео. Погнали! Привет, друг! Ты в этом видео узнаешь, когда выйдет Toilet Laboratory, вернется Toilet Fight и какие там промокоды будут. А также слитые кадры новой игры! Садись поудобнее и погнали! Ну что ж, сначала разберемся со слитыми кадрами игры. Первый слитый кадр. По нему можно понять, что игра будет горизонтальная и с интернетом. И это очень хорошо, потому что не очень удобно играть в вертикальной игре. Второй слитый кадр. По нему, наверное, можно разгадать, сколько у нашего скибидиста будет хп. Здесь же на рисунке нарисовано 250. Я думаю, это кого-нибудь средний скибидист. Ну и третий кадр — это магазин. Здесь мы можем покупать дополнения для скибидиста. Ну и самих скибидистов. Ну а теперь переходим к следующему разделу, а это геймплей игры. Так как же играть в новой игре Toilet Laboratory? Во-первых, мы будем играть за скибидиста, не забываем. А против нас будут агенты. С каждым уровнем они будут становиться сильнее и сильнее. И вам тоже нужно прокачиваться. А за что мы это все будем покупать? За чипы или все-таки за туалеты? Нет, ребят, чипы остаются в Toilet Laboratory, как и в Toilet Fight. Там будут и боссы, с которыми будет очень сложно сразиться. И вам надо попотеть, чтобы это сделать. Ну и опять переходим к следующему разделу. Он, наверное, будет самый интересный. А именно, что будет с Toilet Fight дальше? Совсем недавно начала распространяться информация, что Toilet Fight закрывается и его больше не будет. Все сразу начали думать, это правда или нет. Но я вам открою тайну. На самом деле Toilet Fight не закрывается. И уже скоро выйдут ночные миссии. Так что не переживайте, мы дальше сможем играть в эту игру. Так как уже вышло новогоднее обновление, добавили сектанта Фагбума и нового ТВ-мена Титана 3.0. Ну а теперь поговорим про промокоды. Как же без промокодов в новой игре Toilet Laboratory? И 100% их должны добавить. Я думаю, один из промокодов будет Skibidi Toilets. Или отсылка на какого-нибудь ютубера. Вот и все, подошел конец этого видео. С вами был Хонга. Всем удачи и пока.